Ну что ж, давайте начинать, что ли, потихоньку. Здравствуйте, дамы и господа, Максана Калпатанова Дабатанова, hello, ladies and gentlemen. И сегодня у нас, наконец-то, блядь, стрим, и года нахер не прошло. Ну, извините, извините. Бывает. Незапланированный. Казус. Ой. Не буду сейчас вот оправдываться с этой херней. Просто вот буду надеяться на то, что вы, народ понимающий, поймете, простите. Как говорится, как говорил этот бородач, понять, простить. Вот и все. Надеюсь, вы меня тоже поймете, простите. То, что... четыре или пять дней, что ли, не выходил, не записывал стрим. Вообще некрасиво получилось с моей стороны. Вот. Ладно. Не будем плохом, не думаем о плохом. Итак, чем мы будем заниматься сегодня? Заниматься мы, блядь, будем, чем я и сказал, проходить Bloodbath Кавказ. Да, довольно ненавистная игра со стороны англоязычного, ну или по крайней мере американского комьюнити, зато охереть какая любимая, ну как любимая, ну зато в русском, ну в славянском комьюнити все вот с этой хуйни угорают, короче. Ну давайте, что ли, не будем долго тянуть кота за хуй, блин, и давайте приступим, что ли, к этой игре. Тут у меня на первом плане выскочил какой-то там экран с арабскими надписями. Я, блин, перевести их, конечно, не могу, но вот вы полюбас уже до этого умудрились там у кого-то просмотреть эти летсплеи этой игры, так что небось кто-то из вас там, я не знаю, блять, филолог восточных языков, может он уже и перевел всю эту херню. Если кто-нибудь знает, что там написано было, может неплохо было бы, если вы при мне сказали это. Так, ну русский или English? Давай русский, блять. Мы тут все-таки тот Дагестан технологий. Блять. Дагестан! Ух, игра запрещена лицами до 18 лет, тогда же почему больным эпилепсией людям. Ёпту! Все права сохранены святой водой. Это какой? Пиздец. Чуть-чуть убавил, все, нихуя не слышно. Это вы что, прикалываетесь? Смотрите, вообще нихера не слышно. Вот, блядь, вот это я понимаю, ползунок, блядь, вот. Вот все, вот тут нихуя не слышно, а вот тут пиздец как громко нахер. Все остальное нахер не нужно. Сука, блядь, ладно, погнали. Так, что у нас тут? Давай начать игру. Соснок нормально, хардкор. А чем они различаются? Эта хрень, эта игра русскими была сделана? Ну, судя по всей этой херне, походу русскими. Так что, ну нахуй, я лучше нормально поставлю. Знаю я эти русские игры, игры by Russia, блядь. У меня жопа гореть будет 100% от этой хуйни. Так что, ну её в пизду. Дагестан технологии. Это лицензионные музыки, вопрос. А какая лицензионная, вы чё прикалываетесь? Хотя, эй, в пизду, давай, блядь. Пропустить. Далее пусть будет, чё там? Чё тут? Композитор Эдельта. Ага. Ещё один композитор GLWZBLL. Ещё один композитор Alt Wave.
композитор Вахтанг Циммер, бля. Альф! Композитор Сайга. Да сколько у вас тут композиторов, ебать? Голос врагов Даниил Сыч. Голос Шамиля Руслан Бахрамов. Продюсер Роман Лакруа. Сука. Это Шамиль как-то что ли едет? Разработчик Джон Мейсон. Нихуя себе. Ты с хуя тут забыл бы на пизду всего Call of Duty, ёпта. Издатель Dagestan Technology. Кровавая баня Кавказа. Это Мерсик, что ли? Чё такое? Нихуя себе. Опять бухой гандон бы на красный переезжал, блядь, на полной скорости. Тассе, Москва, 1 августа 2014, 12 часов ночи. Чё творится? Ты холи меня снимаешь, сука! Ебать, чё творится? О, бля, мое почтение нахер управлению. Эту игру часто сравнивали с Hotline Miami, но думаю, вы уже понимаете, почему. Только вот эта проблема в том, что это у нас Hotline Miami, сделанная by Russians, to Russians, бля. Кто тебя прислал? Почтальон. О, нихера себе, ты, бля, Печкин, что ли? Что тебе со мной, сука? С воду, ублюдок. А, бля, гранат! Гранат! Гранат, сука! Да ладно, он, блядь, выжил? Нормально, блядь, прицел. Шамиль, выходи, сука! Это кто, блядь? Погоди, я где, блядь? Ёбаный в рот. Я в больнице, что ли? В смысле, нахуй? Бля, я чё, ебу, я нихера не... Погоди. Доктора уебали. Ещё одного доктора уебали. Кто-то докторов уебал. Ещё меня вы. Значит, я Шамиль, да? Ну, пациент. Сука, хара дёргаться. Ну да, видно, то, что от русских сделана кривожопая херня. АК-47. Ебать! Опа-на, блядь! Шамиль Рахманов. Кто спрашивает? Ты пойдешь с нами. А хуй тебе, ОМОН, блядь. Нет. Блядь, все. ОМОН, блядь, не спрашивают. ОМОН выполняет свое задание и... Ему похуй, блядь. Неизвестно. Москва, 1 августа 2014, 12 часов. О, нихуя себе втопил, блядь. Поосторожнее, помедленнее, помедленнее. Где я, блядь? Дайте. Прости за такой прием, ты знаешь кто? Нет. Ладно. Блядь, ладно. Ну да, во-первых, какого хера ваши ОМОНовцы... Разъебали больницу, как я понимаю. И во-вторых, вы на кой хуй я вам сдался? И в-третьих, на кой хуй вы со мной с глазу на глаз? Или вы как там, блядь? Где он вообще? Я отсюда, блядь, не вижу нихера. Где я? В натуре, где? Так в пизде, блядь, а? О, это важно, да. Что ты хочешь? Дай помощь. Нихера себе, зачем? А чё тебе? Я больше не работаю. Это нет снова в деле. На эту ночь я стану твоим скажем так работодателем. Ага, нихера себе, блядь. И чё я должен тебе сделать? Вообще нихуя. Ага. А.
воинствующие фанатики, блядь. Где-нибудь там Аладдин поблизости есть? Его вызовите, чего вы сразу меня, блядь? Уничтожить его. Не убить, не нейтрализовать, но уничтожить. Уничтожить, сука. Чего не должен, сами пойми, не убрать. Я спас твою жизнь. Блядь, тут какая-то очень сильная предыстория была, которую я не увижу, или чё? Люди Джафа хотят побить твои яйца на Красной площади. Это когда мне машину сбили или чё? Вы типа спасли меня или как? Я не понял. Враг моего врага, мой друг, я думаю, так. О, нихуя, вот это подгон, ну ты бесстрашный, блядь. Всего лишь убрёшь. Тебя контролирует тебя. Убей его. Убей их всех. Ты же любишь убивать. Я хочу убивать. Во время до рассвета. От заката до рассвета, блядь. Не успеешь или не справишься, умрёшь. Справа на диване лежит ящик с шапками. О! Ну я в Team Fortress не играю, так что нахуй мне твои шапки сдались, блядь. Возьми их, это подарок, компакт. Ну, блядь, халява по полу не валяется, так что, ну ладно. Добро пожаловать в Москву. Спасибо, блядь. Чё? Чё, блядь? Чё, залупаете нахуй? Залупаетесь на меня, сука. Неизвестно. Москва, 1 августа 2014, 6 минут утра. Шамиль? Да, сука, ебать. Чё за хмырь в медвежьей маске? Не хочешь немного размяться? Ну ладно, давай. Начал свою одну вещь. Москва — это самое опасное место. А, ну да, как-то так. Надеюсь, ты ещё не забыл, как ствол в руках держать. Да, блядь, ствол по направлению к себе, я помню. Её так, пушку вот так, блядь, держишь и курок вот так зажимаешь, чтобы тебе пуля именно в башку прилетела. Я тебе не ножичком махать. Блин, сравнил. Начнём, выбей эту дверь ко всем хуям. А чё тебе эта дверь сделала, блядь? Ну я вообще ничего не нажал, ладно, хуй с тобой. Чтоб стоит поймёт нашу ПК, мы с ней... Неверный, блядь, сука, невельный, ты что сказал, пизданий пробел, сука, ты можно сломать как рукопашным, так и огнестрельным оружием, думаю, пользоваться монтировкой ты умеешь, я ёпта, я Half-Life прошел, блядь, я Half-Life играл, ёпта, я знаю, на нахуй, как его, пиздец, как его, а, все. Заебись. Вася. Это чё такое? Очень интересно. Огнестрел. Запомни. Москва самый лучший аргумент в любом споре. Хороший ствол. Ну да, блядь. Собственно, ну если хочешь говорить тебе, спасибо, кулаки или оружие, скушайте. И запомни, если пока кажется живым, проверю пусть было ножа. Ну да, я уже проверил, блядь. Блядь, чё за рожа, ебать? Невельный, невельный, блядь. Так, ладно, давай что-то. Учти, что красные бочки взрывоопасны. Кто, блядь, бы сомневался? Я не способен отправить калаху более 200 человек за раз. Сука. Чтоб быть в тонусе, не забывай жрать шаурму и пить божественный нектар. Сука. Божественный нектар, блядь. Интересно, что это? Они повесят уровень твоего здоровья. А где, блядь, да, мое здоровье показано, ебаный брат? Так, вот, вижу. Невельный. Да, сука! Укрытие и перекаты. На, сука! Я шавуху съел, блядь. Опа. Святая вода, это у нас Яшка. Ну, бля, я человек понятливый. Если святая вода — это энергетик, тогда я это... Вообще без базара. А, бля, пушку надо нормально. Погоди, чё там ещё?
Ага. Ну-ка, с дезерта, ёпта. Еще есть разные типы врагов. Обычно штурмовиков ты сможешь кинуть с прогиба даже монтировка. О, прогиб кидай! Остерегайся шахидов и уноси их только на расстоянии. Ага. А как мне различать этих шахидов невельных? Он сажается не мозгом, а сердцем. О! Пора просыпаться. А, сука, нихуя себе громко как. Общежитие номер 31, Москва, Пиракус, 45 минут. Надеюсь, что ты выспался, тебя уже ищут. Найди Джафара. Так, а, вот и наши шапки, да? Так, вот, 228. Надев эту шапку, ты настолько затормозитесь в развитии, что сможешь тормозить время. Нахуй надо. Философ, надев эту маску, ваши познания философии в раз возрастут, а сама маска позволит вам ловить больше попаданий. Новый взгляд. Надев эти очки, увидите мир другими глазами. Очки камины. Опа, Гуррен Лаган, нахуй. Да? Надев эти очки, вы станете стильнее и будете получать больше урона. Блин, суки. Итак, надев этот пакет, получит дробовик, а наносимый урон станет значительно выше. FBI. Надев эту шапку, он не бояться будет отвлечен. АК-47. Блять, 228 и АК-47 вместе должны быть. Надев эту шапку, вы получите АК-47, потому что не исключено, что пизды. Вот сука. Блять. Ладно, я выбираю эту шапку. Ох, нихуя себе. Так, чё это? О, АК-47, сразу, спасибо. На, нахуй. Ну-ка, сука, блядь. Дать шавуху, блядь. О, нихуя себе. Стрельба по кандагарски, кил. Бля, иллюминаты нахуй. Ай, пиздец, в натуре, блять, это как так-то, ёб твою мать. Косары кидал. Вы сдохните. На, блядь. Нихуя себе. Это аргумент, блядь. Не понял. А, это шахид, блядь. А, теперь понял, как их различать. А, махус. Блядь. Рашик ранен. Блядь. Понятно, почему ее хуесосили американцы, блин, это же просто не для них натуре. Так, ну-ка, шавух. Бля, ебать ты жрешь, ебаный в рот. Чё? Изи. Винная водочка. Братишки. О, братишка! Блять, ты тут? На нахуй. Мы те в тип системы. Чё, блять? О, да. Сын, кто у нас остался? О, здарэ. Жора. Что же, это же я, Жорик, ёпта. Вот ты, сука, чё там, золотой зуб у тебя, сэ, а? Жора, вот ты пидор.
Сука. Я тебе в рот жой. А я тебе прогиб ебал, блядь. Ты слышишь, мы стояли неподалеку, ты знаешь, что... Блядь, да не, нихуя не знаю. Ты, бля... А какие выстрелы? Я только-только проснулся. Святая вода, блядь. Уф, я делал уборку. Убирался, блядь. Вижу, что волос так и не отрастил. Ну да, блядь, лысый из Бразерс, ёптую. Не на твоем месте вообще поврелся. Натуре, блядь, пиздец, я. Блядь, скучал по твоей лысине. А, блядь, чё, поцеловать её хочешь? Давай, иди в пень, блядь. Знаешь, о чём радость? В самом деле? А, пизда. Давай, чё, прям как раньше, да? Да. Секунд надо отметить. Я сейчас сочту. А, красавчик. Блядь, давай я тоже выпью. А, стволы. Много. О, главный вопрос. Всё как обычно. Сколько денег на складе? Да, с возвращением, брат. Сауль! Сауль! Блядь. Дагестан, да. Фу, не, Азербайджан. Ах, блядь. Так. Ага. Вася, ёпть. Так, вот как раз пар. Блядь, чё это за хуйня? Погоди, блядь. Ладно, я ж... Ой, шавуху, я нихуя себе обработал, блядь, это... Погоди, а в натуре, а где мой хазбар, там еще что-то? Я вообще похую, да? Блядь. Не, у него рабочая рука, я базарю, блядь. Сука. Тут что у нас? О, пита, ебать. Ага. Бля, не, я 228, я биту беру. Сука. Я долбоёб, блядь, короче. Ой. Ле, стой. Разрули мне оно, дядь, по-братски, хорошо. Чё тебе надо? Шпальное место связалось, появилось. Эти, блядь, мракобесы все склады обобрали. Да ну на! Вот суки! Знаешь, Джафар? Да, это авторитет местный. Держит клуб через улицу. А, ну все, я тебя искал выебать гради. Скажи ты, передай ему то, что я его за яйца подвешу, блядь, куда где-нибудь. Че посмотри, кто кого выебет. Ага, блядь, я пошел. Эй, стой, а как же мой ящик? Желтопузый засранцы вообще через дорогу ошивается. Брат, помоги. А, спасибо, батушка, отдущи. Отдущи, дущи, да дущи, ёпта. Бывай. Ты это оружие не свети на улице, а лучше в багажник положи. Да не ссы, у меня бита. Бля, ёпта твою мать. Бита, нахуй. Блядь. Оружие богов, нахуй. Так, общежитие 152. Ай, ладно, в пизду не будет. Так. Давай, ёпта, 228. О, шапочка. Пиздатая шапка. Ну-ка, нахуй. Контрол, блядь. Так. Блядь, ладно, ладно, по-серьёзному. Ай, блядь. Бля, не, ну это пиздато, пиздато. Ай, бля. Чё я там взорвал нахуй такого? Твою маму стреляли. Я твою маму в рот тарахал. Так, ну-ка, где следующий? Невельный, невельный, кого выебать? На, сука! Все, выебал. Ну-ка, блядь. Мудаки, нахуй, охуели совсем, блядь. У моего братишки пиздить. Бутылки, блядь.
сука, а? Все. Да. Да, давай далее. Чё там, блядь? Волосатый шика. Чего, блядь? Так, ладно. Ну давай, больше попаданий. На, сука, невельный! Я того невельного ебрал, брат! Ай, сука! Ух, нихуя, это как я, блядь, сделал. Блядь. Блядь, что тут творится, ёмарый в рот. Чё? Ёб твою мать. Бля, это та девка из бесконечного лета. Ай вы суки, мать вашу, все вам пизда. Я вас сейчас так выебу, блядь, я вас на прогиб так кину, нахуй. Ай, пиздец. Сука, а, блядь. Ну ебаный в рот, а. Ну шакалы, блядь. Рашика выебали. Где там еще невельные? Ух, я вас в рот выебу, блядь. За девчонку вы на из бесконечного лета. Желтопузые засранцы, блядь. Оборзели, суки, мать их. Все ходят. Хал Аллаху отправлю, суки. Павел. Дружко, что ли, или чё? Здорово, чё. Не шагу больше. С метро аж. Ну, бля, ебать, это как-то двояко слышал, Джафар. Мама твоя. Что такое? Как, где он сдохнешь? На меня поезд Шахида. Ну это, блядь, серьезно. Так что лучше давайте по-хорошему. Пошел ты нахуй. Время вечеринки. Дыхай дым в клуб же, получай удовольствие. А, чё, эпилепсия, о, бля. Ладно, тут походу... Вау! Вау! Бам-бам-бам! Ага, не совсем... Все с поясом шахи достать. А ты сука. А чё надо, блядь? Я не понял нихуя. Как? Бля, ебать, психоделика у меня, конечно. На. Всё? А, ебать, я же вдохнул этот говна какого-то. Походу, мне казалось, типа, я его не выебал. На самом деле, я уже сколько раз его выебал. Ебать, ананас. Ай, твою ж за ногу душу, а. Я, блядь, не ебу, чё ты пиздишь. А!
Ай. Блять. Одна буква. Одну только букву понял, блять. Я тебя понял. Блять. Я нихуя не понял, друг мой. Зато ананас пиздатый. В честь него даже музыку сделаю. А4К6. Чё, блядь? Ух ты, сука! Ой, блядь, Вася, чё творится? Твою маму стрелять! Сука, чё творится, блядь? Какие наркотики, бля! Ебать, психодел начался. Гавайи, 7 июня 2005-го. Один вопрос. Хули мы тут забыли, блядь? В прошлое отправились такие беспалят. Блядь. Ну чё такое? Что там, дома что-то есть или что это? Ну да, смыл. А тут чё? О, бомж. Алоха, брат. Ну за алоха, ёпта. Гавай, братишка. Блядь, я понял, ёпта. Закрой глаза и сушка. Пою чай. Бля, пока что я чаек не слышу. Хочу выбраться. Нахуя, тут так хорошо. Я под наркотой, нахуй надо. Вот закрой глаза, слушай ебаных чай. Нет, я хочу выбраться. Ты что-то беспокоит? Да. То, что я тут, блядь. Где я нахожусь? Как мне выбраться? Видишь, поближе распространены зеленые бутылки. Собери мне все. Я их сдам и все тебе расскажу. Только будь осторожен. Местные не любят, когда у них воруют бутылки. Ну пиздец, конечно. Это что ли? Да, блядь. Твою ж са ногу. Еще раз смою. На всякий. Я сам-то не сдохну от этого. Блять, огня, я надеюсь. О, сука! Ай, ты невельный! А, да ёб твою мать! Ну вы чё, прикалываетесь? Меня так вот... Бля... Ладно, надо быть поосторожней, сука! Да, эта хрень ограниченная. Опа, сука, шакалы, блядь. Нормальный, блядь, флешбэк ословил. А, вот всё. Хуй поймешь, нахуя это надо, ну ладно, давай. Вроде ж ты вернулся. Да, вернулся, вот тебе, блядь. Бутылки нахер, это все сон. Ты просто упора, тебе нужно поспать. А, блядь, это я и так понял, блин, сказал бы раньше. Ты упоролся, нахуй. Наркота, блядь, здесь хорошая попалась. Пиздили меня, блядь, куда-то.
И чё? Слышь. Неплохой бит, неплохой. Бля, чё это за музыка такая? Бля, ебать, я скачивать её буду сейчас. Тебя было непросто откачать. Перейдём к делу. Вкратце ситуация ухудшается. Moscow District пробивается к Кремлю. Атаны шакали, блядь. А пока ты валялся с пеной у рта, Джафару удалось выйти. Ну, блядь, предположительно, он скрывается на Майдане. Ай, ты сука, блядь, в Украину съебался, пиздюк. Ну чё, я его там, да, там достану даже. Специальный отряд уже занял своего поиска. Ты отправь сюда и убьёшь его. Но сперва ты должен обеспечить безопасность Кремля. Блядь, мы обнаружили основные места скопления противника. Список объектов и их адреса находятся в красной папке. Напоминаю, у тебя осталось 5 часов до рассвета. Где моя тачка? В жопе. Она на парковке, сейчас мы тебя выселим. Удачи. Она тебе пригодится. Нахуй удачи, вы лучше мне вот эту музыку оставьте. Она пиздатая. Вы хотя пушку там не оставили или, блядь... Или как вообще? Слышь, где моя тачка? Вот там забыл. А, щегол, блядь. Мужик, сиби нахуй, пожалуйста. Это моя тачка, ёб твою. Тебя ебёт, блядь. Да, ебёт. Вот чё ты лезешь? Не твоя же. Моя. Слышь, щенок, вообще. Вот ты, сука, блядь. Ты где? Кто съебался? Вот ты пиздюк мелкий. Цы! Ну чё тебе надо? Чё тебе пизды? Что тут живёшь? Это разница. Ебись. Я тебе задал вопрос нахуй, а? Ну а чё, нормально хотя бы тут, а? Блядь. Делать нечего, да, блядь. Долбоёба. Ладно, хрен с ним, придётся с монтировкой выезжать на дело. Опа-на! Оп! Сука, сейчас. Сука, я хочу... Давайте. Где там, блядь? На тебе хэдшот, может, не боится быть отпиженным. Все, я сейчас получу пизды, давай, нахуй. О, блядь! Ой, блядь! Блядь, это я что, что сейчас все всрал в дверь, что ли, патроны? Ёб твою мать. Опа, достижение, лобстер. А что я сделал-то? Блядь! Ах, не верный! Сука, света нету, блядь! Свет потушили, а сука, блядь, нахуй мне эта хрень? Вот, давайте вот это. Ну, сука! Пиздец, блядь. Вот это бордель, я понимаю, нахуй. Блядь. И это еще Стэтхэм, блин, оплакал на тот вьетнамский бордель, блядь. Типа бордель в кавычках, нахуй. А тут пиздец какой-то, блядь. Тут куклы, нахуй, вместо баб, блядь. О, Россия. О, сука. На, блядь. И я твою. Мать вашу. Блядь. Под конец, нахуй, сдох. Ай, твою мать, музыку врубите! Блядь! Пиздос!
Ух ты, сука, блядь, чё ты живучий такой? Какую страницу, блядь, чё я нахожу, ёбаный в рот его. А, пульс проверяем. Ай, пиздец. Ошибаю, папа. На нахуй. Вернитесь в приору. Ай, лада приора, говно собачье. Почему я на этой хуйне езжу, а? Чё, нормальная машина нету, блядь. Хотя, ай, на шахе хотя бы ездили, блядь. И то хорошо, блядь. Сука, пропустите, блядь. Шахиды вы хреновы. Рот еба... Блядь. Так, чё там? В чатике что-нибудь интересное есть? Блять, быстрее прогружайся, зараза. О, блять, реклама. Ну реклама зато быстрая, что пизде обосраться можно. Ну все, поехали дальше. Гостиница. Ага. Такс. Ладно, давайте. Очки камины, бля. Больше урона зато получать буду. Ну заебись, ёпта. Это именно я и хотел, блядь. На-на. Проверил пульс. На прогиб вас кидаю. Бля, это шахид был. Сука. Так. На. На, блядь. На, на. Блядь, дайте пушку, суки. Так. Блядь, пульс проверь. Хороший пульс. Живой. Живой. Именно живой мужик. Попался. Живой. А. Света нету. Блядь, света... Сука, я и так ни хера не вижу, а я... А, спасибо. О. Блядь, чё тебя шатает так, ёпту? Да твоя... О, блядь! Нихуя себе. Так, чё там лифт? О, сука! Блять! Чё тебе надо? Это ж от пизды влямлю! Не поёбывайся на меня! Дайте, ёпта, вот эту хрень. О! Ставь класс, ёпта! Лайки, блять! Дайте мне лайков, больше лайков! Много лайков, богу лайков! Ну ещё кого? Кого еще вы отпиздить надо? Тебя что ли? В смысле? Охрана, блядь. И чё? А-а-а, нихуй. Опа. И он чё, один? Да, последний. В смысле, блядь? И где мне найти код? Нихуя не понял. Опа, опа, опа. Ух, сейчас ебану по-гандагарски, как только войду в его комнату. А, о, чуть ноутбук. Пароль. 3802. Ну заебись, твоя мамаша. Сука. Ой, блядь.
Вот пиздюки, бля, ох. Ух, подъебывали друг друга, нахуй. На, блядь. Охуевшие. Мою мамку та, обзывать, ёпта. Ну, сука, ответите у меня, блядь. За мою маму я вам всё в душ, я вам всё жопу надру, блядь. Ещё раз вы на, пиздеть будете про неё, блин, а пизда вам будет. Вдвойне. Одна смерть, всё. Может, всё-таки надо было хардкор поставить? Хотя, не, ну нахуй. Я знаю, блядь. Рано или поздно меня эта игра подъебёт, блядь. Так, что там в чате? Ничего. Окей. Let's go! Ладно. FBI, open... FBI, open up, блядь! Слышь, багажник открой. Багажник, блядь, пиздец, приора сломалась, нахуй. Сука! FBI, блядь! Вот это я понимаю, нахуй. Твою маму, стреляй! Хоп. Так, мне опять пароль надо будет найти, да? Окей. Ага. С двух сторон, блядь. Рашик выебали! Суки, блядь. Блядь. Нормально бы выходил, а? На нахуй. Чё это? Блядь. 22.63. Всё. Правую мамку там опять, да? Суки, пиздеть любите правую мамку. 22.63 было? Бля, я уже забыл. Я меня не бечело, выебу там всех, блядь. 22.63. Да! Сука, блядь! Твою маму стреляешь! Ай, твою мать! Опять обвияю. О, сука, сейчас разъебу, блядь! Как там пароль? 14.8. Ах ты, сука! Ух, бля, же пиздец кому-то, а! Блядь! Бля, я залагал нахуй! Ой, бля! Твою маму! Твою маму! Твою маму! Ай ты сука, блядь! Пиздец, фейерверки меня дамажат, а хорошо! Блядь! Ай, вашу маму рот ебал! Сука, блядь!
погиб, кидай! О, бля. Бля, не, ну это пиздато. Мне понравилось. Сука. Ухо разъебал неверных. Бля, опять хуй, ёб твою мать. Ну-ка. На нахуй. На, блядь. Не люблю двери. Кто это такой? Самый. О, иллюминат, блядь. Это ты? Господи. Это честь для меня. Ты избранный. Да ладно, блядь. Ну началось. В натуре, блядь. Я же у тебя особое предназначение. Послушай, пожалуйста, слушай меня. Чё тебе надо, блядь? Постарайся понять. То, что ты узнаешь, возможно, покажется бредом, но это должно спасти всех нас. Все очень сложно. Мы создали свой мир. Тот мир, в котором мы сейчас, не существует. То, что ты видишь, слышишь, ощущаешь, это нейросигналы, посылаемые в твой мозг через ретранслятор. Он контролирует тебя. Бля, чё? В трубку подуть. Вот тогда я что-то пойму, а сейчас я нихуя не пойму, блядь. Только начало, но используйте, потому что боится. Вы с Джафаром единственный, кто может помешать ему. А, кому? Работодателю? Он убьет тебя, как только ты сделаешь свою работу, а на рассвете запустит ретранслятор в полную силу. И под его контролем окажется вся Москва. Ну, блядь, одна Москва не думает, что все решать будет. Ну, хотя хуй его знает. Почему я должен верить? Потому что именно я создал эту адскую машину. И я знаю, как его уничтожить. Ты должен его уничтожить, Шамиль. Это твое предназначение. Есть одна уязвимость. Ретранслятор работает на трех генераторах. Они запечатаны под броней, но защита отключится, если вызвать перегрев системы. Вот тебе нужно как... Бля, твою мать, я не ебу, чё за хуйну ты меня тут несу? В трубку пойду, блядь, всё равно нихуя не ебу. Нама. Слышь. Нихуя себе хоррор, поехал. Типа, чё он тут забыл? Как неразумно. Он был моим лучшим сотрудником. Шамиль, пойми, люди — это тупое стадо. И нужен пастух. Контроль есть порядок, ты должен это понять. Тебя ждут тела, Шамиль. Слышь, отъебись, а какой деля, блядь? Ой. А, Москва. Повторяю, будьте осторожны, ожидайте нападения мутака в сером свитере. Опоздали, блядь. Отряд Сьерра, ответьте, вы его прикончили? Блядь, еще эхо назвали бы, я ебал. Отряд Сьерра, мы вас не слышим, ответьте, вы его прикончили? Нет. Кто это говорит? Шамиль. Мы скоро встретимся. Пиздюк. Фу, блядь. О, пиздец кому-то, блядь, сейчас будет. Вау, блядь, жар.